وشهداء حاس يقومون باستهداف الجيش الأسد الخائن بإذن الله. الله أكبر. Так, кто на баке пропал? Пропал, поехал. Кто без камуфляжа, тот не дал. No. Мог бы и за серебро он поставить на неделю. Так, пацаны, тут зацеливаем сейчас налево и все, и потом сразу отходим. Все, хватит, спасибо. Тут никого, все, можно. Все, пацаны, рассасывайтесь, чтобы тут ларда блендом не швырнуло. Они. Он пошел, но поздно. Охренеть, он засветил. Это магия. 90 стоит орда. Борщ светится. Все, орте есть работа. Тяжики, пока становимся в сейф, чтобы просто не получить. Пока на 90 кое-кто не выйдет. 73-й. Не люби, пожалуйста. Да, он по 73-му долбил. Я вообще в другой стороне кучу. Где ты в другой стороне? Я тебя вижу. Вот арта только что по тебе стреляла. Да не стрелял по мне арта, блядь. Ну ладно, да. Сойтесь. Зендер не видел, и я не видел, куда она стреляла. Над тобой снаряд упал. Братан, а там больше никто не приезжает? Все, убегаю. Да, нет, вот, Саш, видишь, здесь сейчас 90-тик мансит? Вот там обязательно танк нужно иметь. Он очень много светит. Больше они как не подсветят, да? Ну, я стою, если засветится, то засветится. Все, ну я сойдем. Так, подождите. Тут два ИСа третьих и ружка, да? Как осветилось? Три ИСа. Два ИСа третьих и ружка. Три. А, три ИСа, да? Три. Три, там один на другого наложился. Я перееду, хорошо? Кто ты? Кстати, 90-тик не знает, что он светит. Подождите. Потому что у него давно лампа погасла, я его снова вижу безостановочно. Потом ты? Да, сейчас попробую снять его. Или кто переедет? Борщик, куда? Борщик, куда? Так, 90-ка переедет. Не, кто говорил, переедет? Борщик. Переезжай, переезжай. Арта КД. 90-ка выше. Арта, 90-ка вот этот стоит. Если он пошевелится, я его увижу. Попробуйте кинуть. Он в кусту, вот он тот в кусту, вот с ближним, да? Который все, влево. Все, все. Это только сарацин может. Ну кидай, я один тогда. Я думал, на раз, два, три вам посчитать. Не, я с другой стороны не молчу. Тот? Там, кстати, в борща можно 40-43 кинуть. Да сейчас я кидал, ну его-то не видно. Ну, да он в кусте там стоит. Попробуй завести вот сюда, если ты там достаешь, аж под стеночку, так чтоб. А так это вроде. Нам важнее 90-ка убить, чтобы он нам и подъезд вторая, не спалил. Он уже уехал. Подстреляйте, 50-100. Димон, ты что там делаешь? Я же сказал, вот тут вот. Стоите с 54-кой, отстреливайте сюда. Ну, Димон, блин. Вот там вот где борщ, спокойно можно стрелять с 50-100 вот отсюда сюда. Странно, а где этот 90-ка-то? Я на него свелся, он больше вообще нет. Он, скорее всего, тут и стоит. Крайний левый куст. Вот тут вот. Ой, вот тут вот. Тебя слева от камня? Блин, я не знаю, как тебе объяснить. Ближе к линии или ближе к воде? Вот холм на их сторону, когда заваливается, там вдоль этого гряды идут кусты. Самый левый куст. Ну, кидал я уже. Нет, не кидал ты в него. Который ближе к ним туда. Атака, по кому? Борща, зацельте там. Вот здесь. Лаки. Димон, ты спишь? Нет, левее я камни, я короче, смотрю. Попробуй кинуть. Атака, да. Значит, две арты у них. Да одна арта у них. Она только чтобы протон кинул, еще сейчас кто-то скажет. Значит, я говорю, возможно. Пацаны, вот 49-й в КД, только что этот 49-й стрелял по ком-то. Отсюда. Че вы такая арта? Тоже фугасный разрыв. Вот у меня только что показало, что он в КД. Нет, две арты вроде. Вот здесь одновременно они стреляют.
Арту пока что одна. Сейчас стрелял еще раз. Не знаю. Так, ладно, вот этот 90-ик. Вот этот. Димон, ну ты можешь подъехать сюда? Лак. Как вам угодно. Так я же говорю, ну нужен борщ бы сдох бы там давным-давно. А что, борщ не попал наш? Или не видел борща? У них все целые, кроме 49-ки. Что, 49-ки попал, что ли? А если ты хочешь, чтобы вот сейчас мы с Атрай нагнули, то я еду. Вот сейчас меня точно... Тихо. Все, убивайте борща там. Да. Че, ничего не знаю, прямое. Все, уходи. Не зашел, да, 54? Да он бы сдох, у него 300 хп. Не знаю, он не зашел, 900. 50, КЗ, перетягивайся к ним сюда. Где-то. Или вот сюда, или вот сюда перетягивайся пока. Сейчас будет, если что, вниз ехать. Поехали сами третьими. Протон, остаешься с нами, сами третьими. Все третьи проходим правее туда. Не так сразу, через право желательно поехать. Да? Поехали туда. Где там будет стоялого. Ну они субу могут вас видеть. Я там не сижу. Артой, можешь сюда свестись на угол, на вот этот? Уже. Давай. Сейчас, если что, там стреляй туда. Сейчас один кто-то чекните. Кто там? Просто один, пока не полите с конторой все. Артак КД, по-моему. Понятно, поехали. Сейчас поехали сюда, сейчас будем поджиматься. Налево. Что, наверху нет, они все уехали, что ли? Налево, налево. Сиди. Сам же сидит. Все, замерзли, там выживают. Сейчас под срачниками выехали, забрали их быстро под срачниками. Потом, ручка твоя, забираю сразу. 50-100 слева. Аллаху Акбар, там этот мир, да баба, это Мархаджи Далла. Мы поехали, да? Вперед! Если третий, вперед, не стойте, блин! Пошли 100-сотки забирать. 100-сотки забирать тут. Аллаху Акбар! Я! Аллаху Акбар! Зендра, мы что, поехали, да? Да, поехали. Да. Вон 49. Все, поехали. Джуз, блин, один остался там. Ай, блин, на две стороны. Пацаны, давайте вот эта правая сторона быстрее. Ай, блин! Вот там тебе. Сзади, кто там меня сзади? Да кто мне сзади дал смотреть? Давайте, поднимайте его тогда. Убивайте там что-то. Откуда он? Блядь, а вон он сзади, пацаны. Отлично. Прострел, Артак, я не базу забираем, ребят, стреляем. Базу забирайте. 5 минут еще. Давай, готов. Сейчас я свожусь, я одного снял. Я за Артой. Может, сейчас сниму больше. Ай, блядь. Блядь, да что гусли-то одни, а? Не снял, но 416 больше дал. Артак КД их нет.
49-ка справа добираем. Да я... 5 минут, hasta el final de la batalla. Все, пацаны, можно арту. Ну, одну оставьте и захват. Оставляйте одну, захват, и за 3 секунды убивайте. Захват будет, тогда я убью. Ну все, я стою, у них кармян, они шевелятся. За 3 секунды, пацаны, надо убить ее. Арта, сведитесь на всякий случай вдвоем. Да я свел, я своего убью. Я если кину, пофиг абсолютно, можешь убивать, мне не жалко. Мне не жалко тоже. Он сейчас меня еще убьет. Он убьет, у него пушка так не опустится. Я сбросил. Ну все, он КД. Короче, за 3 секунды я кинул. Зачем? Тихо, сердце. Захват. Да, не успеет захват. Нет, блин, за 3 секунды. Сердце захват, не успеет. Нет, будет захвата. Нет захвата. Там база не захвачена, там не было написано. Не было и не будет захвата. Она не будет, потому что если вы убиваете всех танков, выигрыш идет по убийствам танков, а не по захвату. Но за захват очки дают. Да.